Закончил я на сегодня работу. Вот. Сижу сейчас, пишу видос на второй мой канал. Комментарий дня. Вот. Кто не в курсе, ссылочка в описании на мой канал. После просмотра этого ролика можете перейти, посмотреть, что там. Что там будем сегодня смотреть. Так, прошло 5 минут времени, всего-навсего, всего лишь, после того, как я зажег, слышно, да, дровишки? Вот они начинают там загораться, ну, очень-очень слабенько. В общем, я не знаю, показывал, не показывал. Варил здесь вот такую трубу, 60 на 60. Вот так она здесь торчит, вот, запад лицо, можно сказать, с крышкой, с вот этой. Так сказать... раздувайло. Это у нас поддувайло, а это раздувайло. Все очень просто. Как работает? А вот так вот. Внизу закрываем, а вот тут открываем. И прямо ток, слышно как, начинает раздувать пламя. Угли, так сказать. Сейчас все это очень быстро разгорится. Друзья, всем привет! В общем, помните, я переделывал свой этот котел дровяной, или как там называют, дровяная батарея, там печка на дровах из газовых баллонов. В общем, был видосик, да, как я вот заваривал стенки, закладывал туда камни и подключал вон тот вентилятор с печки с автомобильной. В общем, удалось мне его подключить, мужики, сделать потише. Подключил я его через пускозарядное устройство, через пуск работает. Вот. Остальное ничего не подошло под тот вентилятор, чтобы он адекватно работал. Либо блок питания начинал дымиться послабже, либо еще там что. Соответственно, клеммы, вот они на столе, плюс-минус. Понимаю, что небезопасно. Но потестить нужно было. Вот, сейчас мы это дело все уберем. Так как мне самому эти не нравятся сопли. Вот эта бандура стоящая, гудящая. Я думаю, слышно. Прекрасно. Как она гудит, создавая фон такой на мозги. Вот. Ну и, соответственно, вентилятор. Кнопочка здесь у меня. Среднее положение. Ух ты, горяченьким подумал. Слышно. Гудящий, гудящий. Такой еле-еле гудящий, шумящий вентилятор. В общем, потестил я где-то недельку, наверное, да? Я не помню, когда видос вышел, когда я ее там сделал, поставил. Что заметил? Выстужает где-то в течение часа работы на слабом, на слабых оборотах, на этих средних, или я не знаю. Я туда поставил сопротивление шестерочной печки. Сейчас я его буду снимать, я покажу, где оно стоит и как оно выглядит, если кто не знает. Вот. Ну и, соответственно, второе положение, это сильный. О, сразу задуло. Слышно, да? Это вообще на мозги действует, капец. И вот на средненьком, точнее, да, на среднем положении, на тихом положении. Выдув идет вот такой интенсивненький, можно я бы сказал. Поэтому через час уже будет дуть таким холодным при работающей печке. Это мне тоже не нравится. Какой я выход? Снимаю вот сейчас вот с первого кадра, видите, да, даже не прерывается. Возможно, что-то подрежу, ну, пускай будет так. Короче, взял я вот такую себе штуку, мужики. Это вентилятор осевой, канальный, бытовой. Выглядит вот так. Это я уже на муфту его прикрутил. А так вот он беленькая, вот эта часть. Ну, то есть вытяжка, грубо говоря. Вытяжка 125-я. Где тут надпись? О, на 125-ю трубу.
Хотя, по большому счету, нужна была сотка. Ну, сотка. Вот они, ТТХ-шечки. Смотрим. Вот, 125-я моя. У нее производительность, вот идет производительность, 190 кубов в час выдувает, якобы заявлено. Сотка 107 кубов в час. Соответственно, вот 150-й есть, 280 кубов гонит. И 160-й, это большой самый, 300 кубов гонит. Значит, что там у нас следующее? Потребляемая мощность у моего вот этого 125-го 18 ватт, у сотки 14, у этих побольше. Шум 36 дБ всего лишь навсего у этого вентилятора. Вот, ну, это уже вес меньше всего интересует. Вот так я его поверх. Он не залазит ни вовнутрь, никуда, просто прислонил. И к этому бортику, вот к этому, шурупами четырьмя прикрутил. Вот и все. То есть соточка бы поменьше дула, а вот этот вроде как и зацепился. Не надо переходники никакие там искать. И прикрутился. Вот. И дует отлично. Сейчас я его включу и посмотрим. Вот так вот работает. Я, наверное, не слышно его, да? Ну, сейчас вот поставлю микрофон. Я думаю, слышно, как дует. Сюда руки лучше не совать. Пальцы отрубит по самые локти. Шучу. Вот он работает. Его не слышно. Вот так вот сейчас тоже проверим его на листик. То есть отлично подает воздух, но потише, чем тот. Вот как-то так. Плюс верстака уберется зарядная. Единственное, наверное, я провод оставил длинный, вот такой. Я его подключу, подниму вот сюда, в распредкоробку, к светильнику. Потому что из-за того, что он тихий, можно забыть его выключить на ночь. И будет он всю ночь просто так крутиться, что не есть хорошо. Лучше днем пускай он крутится, когда я здесь. Свет включил, он включился. Свет выключил, соответственно, он выключился. Вот, как-то так. Давайте сейчас я тот скину, а этот поставлю. Все, друзья, вот он стоит, работает, тихо. Ничего, никакого фона лишнего. Проверяем на этой самой, на выходе. Где тут? Ага, о, кадры попало. То есть съем, мужики, с камней идет четкий. Не такой, конечно, интенсивный, но выдувает горячий воздух изнутри четко. Также вот и с этой стороны. Тебе промазал. Ну вот как-то так. Прям вот. Горячим сейчас идет, печка работает. Отлично. Так, ну и поэтому сейчас вот эту трубу скину, чтобы виднее было. Так, ну и поэтому вот оно, это, мужики, сопротивление. Стоит внутри, как оно и должно быть. Оно стоит возле вентилятора в шестерке. Что-то я с дури с той стороны сначала приделал его, а потом... Провода короткие. Пришлось перенести на эту сторону. Вот они здесь. Тянут вниз. Вот он, выход получается. Вон в уголках есть такие скосы на самой печке. Вот. Обалденно туда провода входят. Все, спираль это должна и керамическая часть остужаться. А сейчас я принесу. У меня есть печка. Точнее, пластик, да? Сам корпус с печки и с вентилятором. И там стоит такая штука. Покажу, где она стоит, кто не знает.
Вот он, корпус шестерочной печки. И вот она стоит, заводская, так сказать, вот это вот сопротивление заводское. Здесь его воздух остужает, когда вентилятор крутится. В какую сторону? Вот в эту он крутится. Туда выдувает. Во. А здесь остывает. Также точно сделал я здесь, чтобы спираль не перегорала и не перегревалась. Вот, как-то так. Все, теперь буду тестить на этом вентиляторе. Но этот пока отключать не буду. Как он себя покажет, я не знаю. Если что, этот скину, этот поставлю. Как-то так. Ладно, мужики, такая вот доработочка. Пока, по крайней мере, мне вообще нравится, кайф. Температура шикардос. На улице он снег валит, идет. А у меня тепляк. В общем, вот такой короткий видос получился у меня по замене вентилятора. Может, кому-то пригодится. Вот такие канальные продаются, стоят там ерунду. Вот, заказывал на Озоне. Так что мониторьте. Может, найдете дешевле, чем я. Все, всем пока. Скоро увидимся.